Я сегодня работала с Анечкой. Вернее, Анечка работала со мной. Вот, делала мне индивидуальную работу. Я хочу выразить такую огромнейшую человеческую благодарность за то, что она настолько тонко увидела все проблемы, которые вот существуют, вот с которым запросом, с которым я пришла, это запрос был отношений. Хотя я знала, что в моей семье были разные какие-то блоки, были проблемы, которые переходили из рода в род. Это не секрет, и все то, что есть, это есть у многих людей. То есть мы берем все то, что род нам дал, и идем с ним. И самое интересное, что я сегодня поняла, что оно еще прорабатывается, оно перерастает как-то. И вот когда мы с Аней начали работать, я столько интересного увидела, столько интересного раскрыла. Она не просто ясновидящая раскрыла, она не просто ясновидящая, она еще настолько четко чувствует тебя, чувствует твою энергию, чувствует твой поток. И все так легко, все так непринужденно. Время сеанса прошло как будто за одну минутку. Анечка, я тебе настолько благодарна. Я всем советую обратиться к тебе, потому что ты мастер своего дела. Ты просто талантливая, умная, одаренная Творцом личность. И все, что ты делаешь во благо людям. Такие энергии, вот я полдня хожу, вот как бы прихожу в себя, энергия благодарности. Я есть любовь, я есть добро. Вот я творец своего мира, я творец своей жизни. Я сотворяю вместе с Творцом, я сотворяю то, что я хочу. Вот, Анечка,